84 лесных пожара произошли на территории Саратовской области с начала года. Об этом на брифинге рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Соколов. Огонь уничтожил лес на общей площади свыше 600 гектаров. Осадков летом было мало, в итоге и трава, и деревья легко воспламенялись. 6 раз в этом году приходилось вводить режим ограничения на пребывание людей в лесах. При условиях погоды мы вынуждены были перекрыть более 140 въездов в лесные массивы, которые являются наиболее пожароопасными. Это хвойные насаждения, сосновые насаждения. Практически в 100% случаев виновные в возникновении лесных пожаров – это люди. Чаще всего на отдыхе забывают потушить костер. Еще одна графа нарушений – намеренный поджог сухой травы. Обычно к такому способу прибегают владельцы сельхозугодий. Огонь в дальнейшем перекидывается на лесной массив. 52% возникло на территории лесного фонда. И все остальные пожары пришли в лесной фонд с прилегающих территорий. Только всего лишь 2% – это сухие грозы, это природно-климатический фактор. Потому что, поэтому главное, значит, помнить каждому и иметь ответственность перед природой. По 7 случаям лесных пожаров возбуждены уголовные дела. Правда, найти виновных практически невозможно, поскольку отыскать свидетелей в лесу достаточно сложно.